Итак, добрый день гостям, подписчикам моего канала. Сегодня я хочу произвести обзор вот такого вот чехла Акватик, или как органайзер, чехол для блесен малый. Давайте рассмотрим его поближе, я все покажу и расскажу. Так, в ширину он 10 сантиметров, в длину 14 сантиметров. Далее давайте его рассмотрим, открываем. Здесь мы видим, у меня, конечно, вот такие вот блесна, все что угодно. Здесь вот такая вот перегородка. Здесь вот, смотрите, вот такие вот блесенки. Здесь вот таких вот 6 креплений, куда можно закрепить блесна. Вот такие у меня в основном блесна для ультралайта здесь. Посмотрите, всевозможные. Китайские, не китайские. Есть и ретро, времен СССР. И с этой стороны то же самое. То есть, конечно, лучше блесна с одним крючком. И фирмы Дам есть блесны. Вот посмотрите. Всевозможные такие вот. Котус. Всевозможные китайские. Вот такие вот есть. Вот такие вот блесенки, вертушки. Я храню вот в этом чехле. Сам по себе он, говорю, очень компактный. Акватик. У меня есть, по-моему, Акватик 132,7 грамм всего весит он. Вот такой вот чехольчик. Как бы это отлично, мне кажется. Вот мы ходим где-нибудь по затонам, ловим такие вот микровертушечки на ультралайт. Достали из кармана, взяли другую вертушку, любую, какую вам угодно. Поменяли, дальше убрали, закрыли. Вот такая вот удобная молния. Вот такая вот ручка Акватик. У меня есть и другие рыболовные снасти фирмы Акватик. То есть я вам попозже покажу также. Акватик есть у меня сумка на 4 катушки, карповых катушки. То есть кейс для 4 катушек для хранения перевозки. Попозже я вам тоже покажу. Неплохая вот такая как бы фирма, марка. У меня есть и рыболовные как бы в основном сумки такие вот для рыбалки. Вот такой вот неплохой чехольчик. У кого такой же, вы как бы, и он и стоит недорого, достаточно такой бюджетный. У кого такая же вот сумочка, как бы Акватик, то есть чехол для блесен маленьких, там абсолютно маленькие блесна с одним крючком. Такие вот. Я вот микро такие блесны вертушки вожу на рыбалку. Так, а вы напишите в комментариях, у кого есть такой чехол. Буду рад. Как бы, а на сегодня все. Всем, кому понравилось, подписываемся и ставим лайки. Всем пока!